сегодня пришел в арт-пространство «Флигель» на улице Восстания в Санкт-Петербурге для того, чтобы разместить на стене. Кстати, посмотрите, какое здесь есть большое граффити, посвященное королю шуту. Вот так оно выглядит. Пакет семян подсолнечника. Эти семена я вырастил в Басковом переулке. Это очень красивые подсолнухи. Многие петербургские паблики и СМИ о них рассказали. Сейчас они вот висят здесь, и каждый может прийти и приобрести их. Но я не доверяю только этому месту, поэтому со вторым пакетом семян подсолнечника я пришел в арт-пространство Пушкинская, 10, на улицу Джона Леннона, к музею Коли Васина. Вот он здесь находится, и здесь разместил второй пакет семян подсолнухов, который вырастил в Басковом переулке. Сюда вы тоже можете прийти, полюбоваться красотами и его приобрести. А на вырученные деньги я найму художника, который нарисует эти подсолнухи акварелью с натуры или по фотографии, ну там уже как договоримся. Кстати, вот так это арт-пространство выглядит. А подсолнухи, которые дали мне эти семена, находятся в Басковом переулке 32. Вот видите, они вот так цветут. Вот тут ими уже питаются люди, не только животные. И вот именно с этих подсолнухов я собрал семена. Вот доказательства. Упаковал их в авторский пакет и сейчас готов их вам продать. Это прекрасный сувенир из Петербурга, с историей, с красивой историей. И вы можете стать человеком, который стимулирует создание нового произведения искусства, увековечит их на волшебной сказочной акварели. Thank you.